самолете А-321 сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину на совещании. Глава государства попросил МИД обратиться ко всем иностранным партнерам с просьбой помочь в поиске виновных в катастрофе российского самолета. Он добавил, что террористы будут найдены и наказаны. В Минске начались переговоры подгруппы по политическим вопросам контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Основным вопросом, который рассмотрит подгруппа, станет проведение выборов в местные органы власти.